безусловно, станет одним из значимых в истории чеченского народа. Представители разных вирдов и известные религиозные деятели собираются в аэропорту Грозного еще задолго до посадки главного рейса. Вместе со всеми самолет из Узбекистана с реликвиями пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, ожидает и глава республики Рамзан Кадыров. Тем временем верующие в едином меджлисе восхваляют Всевышнего. Наконец, долгожданный рейс совершает посадку. В 1832 году турецкий султан Махмуд II подарил коканскому хану ногти и два волоса пророка, саллаллаху алейхи вассалам. По поручению хана эти реликвии, а также две чаши пророка, саллаллаху алейхи вассалам, хранились в семье потомков лучшего из людей, передавая из поколения в поколение. Нынешний хранитель Абдул-Хафиз хан Тура пожелал передать реликвии на вечное хранение чеченскому народу, в знак признания всего, что в Чечне делается для сохранения и развития ислама.